В эти праздничные выходные на телеканале ПС. 7 марта в 11 часов смотрите фестиваль «Конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах. Ступени роста». В 12:30 в нашей программе программа «Водник 90. Воспоминания», в которой журналист Валентин Пролетарский покажет документальный фильм по благотворительной акции команды «Водник. Спешите делать добро». А в 15 часов 7 марта на нашем канале финал открытого конкурса «Краса Арктики-2015». Весеннего настроения добавит вам концерт «Любимые песни-дуэты». Смотрите его в 21:25 на телеканале ПС. В женский праздник 8 марта в вечернем праздничном эфире смотрите праздничные концерты «Как много девушек хороших» и «Подарок для мамы».